Всего за 4 бакса смотри целых 3 месяца UFC, Bellator, APL, Лигу Чемпионов, Формулу-1, NBA и NHL. И это лишь 1/3 от того, что входит в одну подписку Сетанта Спорт. Я сам в шоке. Просто вводи наш промокод по ссылке в описании, забирай 2 месяца в подарок и кайфуй, брат. Подробности в закрепленном комментарии. Тони Фергюсон и Майкл Чендлер в клетке погнали. Осторожно начали бойцы поединок, присматриваясь друг к другу. Долго запрягали, но затем Чендлер начал работать лоу, стал поддавливать Тони. Однако Тони смог воткнуть левую в челюсть соперника и усадил того в нокдаун, после чего пришлось Майклу восстанавливаться. Что он собственно смог сделать, а в середине раунда Айрон провел тейкдаун. Но на земле Тони весьма опасен со своим БЖЖ и локтями, что дало плоды сразу, ведь посек Эль Кукуй своего визави. Но в целом всю вторую половину раунда Чендлер работал сверху в граунд энд паунд, и первый отрезок оказался крайне сложным для судейства. Вторая пятиминутка не успела начаться, как Майкл Чендлер выкинул просто нереальный фронт-кик точно в челябу Тони и вырубил того к хренам собачьим. Что? Просто невероятный кик для Майкла Чендлера, а Тони ушел в глубочайший нокаут. Браво, Майкл, это было просто нереально, красава. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании.